Всем привет! Прекрасно! Прекрасно! Представлять, забыла вам сказать. Привет, мои лапули на подушке. Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. 8 часов утра, Мерсин, Турция. Привет, привет! Бегу на море. Никого на улице нету. Очень быстро иду. Надо успеть, потому что через завтра, послезавтра уже не выйдешь на улицу. Строгие комендантские дни. Вот смотрите. Раньше вот этот парк был такой зеленый. Воду включали, а сейчас забросили. Почему? Всего 8 часов утра. 33 градуса. Мезитли. Вы видите на табло или нет? 30-32 сейчас меняется температура. О, в море есть люди. 8 часов утра. Побежала я, пока меня никто не засек. Ну что, мои хорошие, что я могу сказать о своих ощущениях? Я искупалась. Такое удовольствие. Сначала, конечно, когда заходишь, прохладно, да? Но 2-3 минуты надо поставить, а потом плыть. Выходить не хочется, просто боюсь еще, если честно, потому что после того, как я первый раз купалась, тут многие очень мои знакомые из Мерсина предупредили, говорят: Света, как ты не боишься, сейчас, мол, штраф дают 3500, мы, говорит, ничего не ходим, а с детьми. Ну вот, понимаете, а я говорю, да вроде бы никто ничего, так тихо, быстро, я поэтому... Сейчас вот обсохну и бегом. А вы знаете, что Средиземное море очень солено. Не дай бог попадет в носоглотку. Прямо так жечь будет. Сейчас я просто помолчу, а вы посмотрите сами. Захочет купаться, найдет время, место. У кого есть желание огромное, посмотрите, какие здесь камушки. Мне вот этот здесь пляж нравится. Тут еще есть мелкие камушки. Там дальше вообще сплошной песок, вообще по всему Мерсину. Ну, а здесь вот сами видите, какой пляж. Ну вот, скоро я уже. Еще 5 минут посижу и пойду до дому, до хаты. Посмотрите. Вы видели такой кустарник? Вот такой кустарник. Это такие... Вы знаете, что каждый человек... Я всегда завидовала, когда он приходил домой и чувствовал себя так хорошо. А сейчас я... Когда прихожу домой, дом мой, моя крепость, не зря говорят. Это так и есть. Мне, например, очень хорошо дома. Так хотелось сорвать и поставить цветочки в вазочку. Но вот только так получилось. Почему? Потому что она колючая вся, с шипами. Ну, красота такая, да. Сколько розочек красивых. Я один раз пыталась оторвать и посадить, но ничего не получилось. Сколько цветов разных, посмотрите. Какой хочешь оттенок сиреневый. Ну какая красивая природа, не так? Даже маска закрыта. Вы знаете что? Какой-то одуванчик. Посмотрите, я столько дую, не получается. Турецкий одуванчик особый. Вот я собрала такой букетик. Садичку поставлю. И мой глаз порадует. И вот я, мои хорошие, сделала маску, приняла душ, нанесла макияж, убрала квартиру. Все сделала. Теперь, смотрите, час дня, и я уже все. Могу распоряжаться своим временем, как хочу. Обед у меня есть, голубцы вчерашние.
полы везде перемыла, посудомоечную машинку разложила, чаек для Ашкыма готовый. Так, везде полы перемыла. Знаете что? Смотрите, мои красивые цветочки поставила я куда? Вот я, когда приехала раньше в Турцию, удивлялась, что за полы здесь такие, как ванны. У нас в Грузии так не было. А сейчас я понимаю, почему тут у всех почти, у очень многих такие полы. Потому что вот прямо летом удобно ходить босиком. Вы знаете, какое удовольствие, прохладно. Ну, не настолько, чтобы можно было заболеть, но это очень-очень интересно. Поэтому я как свой распорядок дня делаю в летнее время, быстро-быстро совсем все справляюсь. Я сейчас вам объясню. Пока мой Ашкам спит, я стараюсь быстренько все убрать. А что тут делать? Пыль вытерла, полы перемыла. Завтрак почти готов, яички сейчас отварю, потому что летом он не любит жареное. Это все. Вообще суджук у нас есть, может он суджучком захочет. И быстро-быстренько, сейчас я себе хочу сделать, знаете что? Себе я хочу коктейль вчерашний сделала же, выпить с мороженым. Вообще хочется пить, 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 есть вообще не хочется. Сейчас вместе с вами Ашкам купил такое мороженое, оно дешевое в Турции. Алгида. 7,50. То вот это другое. Стоит дорого. А это дешевое мороженое. Раньше было 5 лир вообще, когда я только приехала тут. Вот так оно выглядит. На вкус посмотрим как. У меня, представляете, это поломалась ложка. Ну что, нормально. Сейчас мы сделаем себе коктейль. Вернее, он у меня готовый же. Туда изменим. Нескафе холодное, горячее не хочется. Хочется пить, а горячее не хочется. В принципе, знаете, что можно сюда добавить мороженое. Ну, и взбить его, ну так я сделаю, не буду без мороженого. Посмотрите. Ух. Ух. Ух, ух, ух. Еще вчера попросила Ашкама купить такие трубочки. Ну, волосики я уже получше, правда, их укладываю. Научилась, ну, всему нужно время. Так, вот такие трубочки. Будем пить как культурно, красиво. Обалдеть. В жару самый раз. Ну ладно, не буду вас дразнить, и вам приятного аппетита. Вы когда-нибудь кушали яичницу с суджуком? Это очень вкусно, но его надо, знаете, как жарить? Быстро-быстро переворачивать, буквально минуту, потому что я раньше жарила-жарила, как сухарики были. Ну, со временем научилась. Завтрак самый вкусный, самый любимый у турков. Всем привет, мои хорошие! Мы с Ашкымом наконец-то решили выпить кофейку. Сделали фотосессию, столько смеялись, вообще столько кадров у нас вышло, получается. Сейчас удалила и жалею, зачем я удалила. Ашкым, хады конушарыс, конушалы, безимле, аркадашлары, берабер. Не варне йог Туркиеде. Туркиеде? 2 günlük, 24 saat içerisinde yapılan testlerden hasta sayısı 1000'in altına düştü. 1000. 1400, 1600, 1500 iken şimdi 980 kişi. Aa, upala. Значит, я сейчас dur bir dakika aşkım. Tercümanı yapayım. Число заболеваемости в Турции упало. Сейчас было раньше 1004, 1006, сейчас 900, ну, 800. Ama güzel bu çoku. Tabii.
O inşallah hep iyi olacak aşkım inşallah. Bayram geliyor, bayram az kaldı. Bayramda kimse evden çıkamıyor biliyorsun. Из дома никто не выйдет на байрам. Bayramda 4 дня, 4 gün çok ciddi karantin olacak. Очень строгий будет карантин. Сейчас я ногти буду делать, наконец-то, не смотрите. 24 saate düşen ölüm oranı da düştü. 28 en son. Ne oluştu? Öyle. А, 28? 28 умерших. А башки ölüyorlar insanlar. Ölüyor tabii. Ha. Я говорю, умирают все-таки, да? Dünyası zayıf olan, hastalıklı olan. İnsanlar tamam. Öyle. Bitirdi. Şimdi iyi haber söyle. Ne zaman açacaklar Türkiye? Herkes gelecekler buraya. Denize, turistler. Bizim arkadaşlar bence, çok istiyorlar. Bence her ülkeyi açmayacaklar. Я говорю, что когда это откроется Турция, границы, когда наши друзья приедут к нам. Şimdi düşünsene. Ne zaman? Bütün Türkiye'de hastalığı kontrol altına aldın. Во всей Турции заболеваемость в руки взяли. Sonra bütün dünyayı açtın. Потом вся, весь мир откроется. Amerika'dan 10 tane yolcu geldi. Ne oldu? Через в Америке 10 человек приедут, все, что будет? Şimdi mesela Rusya'da çok hastalık şu anda var. В России тоже очень много сейчас. Ama şimdi neresi mesela? Gürcistan. Gürcistan'da. Gürcistan'da hastalık hep az. Да, в Грузии мало очень заболеваемости, контроль делают. Gürcistan aç bak, normal. И Грузию откройся, откройся. Ama şimdi ben Amerika'yı niye açayım? Amerika. En çok hastanın olduğu yer. Mesela açılmaz mı? Aa, наверное, не сестра. Ama sen ne demek istiyorsun? Bölge bölge. Bölge bölge. Только некоторые страны. Bize de aynısını yapacaklar. Bizim sağlık durumumuza bakacaklar. У нас тоже говорит, для Турции какие страны откроют, тоже посмотрим. Ne kadar yaygın. Ona göre mesela biz de iş için gidiyoruz. Turizm amaçlı gidiyoruz. Bizi de kabul etmeyecekler. Yani, biz de kabul etmeyecekler. Biz de kabul etmeyecekler. Путешествуем и у нас тоже могут не открыть. Ama ülkeye göre. Ну, посмотрят по... Ülkenin sağlık durumuna göre. По заболеваемости каждой страны посмотрят, где открыть, где нет. Tamam aşkım. Korona bitirdi. Sonra... Ne yapacağız biz 4 gün evde? Что мы сделаем 4 дня? А? Deniz, güneş. Nasıl deniz? Ama diyorsun 4 gün olmaz çıkmak. Как я говорю, ты же говоришь 4 дня. Korona bitince diyorsun ama. Şimdi diyorum, 4 gün bayrama, ne yapacağız evde? Что будем делать за 4 дня? Evde ne mi yapacağız? Ne yapacağız aşkım? Dizi, sinema. Ne yapacağız aşkım? Anladım. Какая жара у нас, мы вообще лежим, не укрываемся. Çok sıcak, nevresim de kullanmıyoruz biz. Не используем ничего, просто ночных. Sen bir de battaniye atıyorsun. Aa, battaniye çıktım ben. Ben hiç üstümü örtmedim. А что делать? Я думаю, что замерзла. А так хорошо у меня лежит это там. Пенджере очты, бенем тарапта. Флиор, узгар, открытое окно. Воздух туда-сюда, туда-сюда. Тамам, aşkım. O zaman şimdi ne söyleyeceksin? Görüşürüz, söyle aşkım. Görüşürüz, görüşürüz. Bye bye. Пока-пока. Пока-пока. О, aşkım, пока-пока. Пока. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.